Доброе время суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго-доброго времени суток. Там меня спрашивали про судьбу. Сейчас я вам расскажу про судьбу. Прежде я вам покажу, вот здесь, вот видите, повесила вот такой вот сухостой, как у нас называется. Вот, и сейчас покажу еще кое-какие букеты вам красивые. А по поводу судьбы, вот что я вам скажу. Знаете, что по поводу судьбы? Я, там говорит, вы верите в судьбу? Слушайте, я верю, как и все другие, в Бога, но верю в судьбу. Но я верю в судьбу как? Я не думаю, что это ход событий, который полностью контролируется Богом. И воля самого человека здесь не учитывается. В моем понимании судьба, это знаете что? Это Божье призвание. Божье призвание. Вот что такое судьба. Мне так кажется. И прежде чем приступить к исполнению призвания, нужно измениться. Знаете, чтобы пройти вот свою судьбу, я позволила Богу очень многое изменить во мне. Я даже не представляла, сколько Он может во мне изменить. Я верю, что у Бога хороший, очень хороший план для каждого из нас. Но бывает, мы сбиваемся с пути, идем в неверном направлении. Бывает попросту, вот знаете, иногда человек выливает грязь на ближнего. Это называется, он сбился с пути. Ну, просто сбился. Каждый из нас, в том числе и я, периодически сбиваемся с пути по-разному. Кто-то что-то сказал, кто-то не так посмотрел, кто-то не то сделал, кто-то обидел, кто-то подзатыльник дал и так далее. Кто-то просто плохое пожелал. Это кажется, что просто. На самом деле это не совсем просто. И самое страшное, что оно все равно, кто бы что ни говорил, возвращается бумерангом. Но знаете что? К счастью, к огромному счастью, с Божьей помощью мы всегда можем вернуться на правильный путь. Я заметила, что у меня даже некоторые мои ошибки иногда оказываются благословением, как бы то ни было. Иногда наши ошибки оборачиваются нам в благословение. Иаков, сын Исаака и Ревеки, и Павел тоже пошли в неверном направлении, но Бог поработал над ними, и они оба изменились. Хотя они совершили много, огромное количество серьезных ошибок, но это не помешало тому, что впоследствии их жизнь стала просто удивительный. Давайте посмотрим на диво, которое сделал Господь. Удивительнейшие вещи. Пойдемте. Вон там. Посмотрите. Сейчас цветут вот такие вот цветы, что значит осень. Такая красота. Такие шаровидные хризантемки. Красивейшие. Так, ну что, ты видел, что у меня цветет сирень? Нет. А вот сирень цветет. Класс. Ну все, давай. Первая попытка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Ну неплохо, неплохо, молодец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Умничка, красавчик. Так вот такие у нас мальчишки в Железном порту. Очень классные. Представься, ну фамилию не надо, имя. Руслан. Русланчик. Вот такой у нас есть футболист, обалденный. Киевская «Динамо». Подумайте о том, чтобы этого мальчика взять в свою юношескую команду. Это класснёвый пацан. И причем ты где учился вот так вот набивать мячи? Сам. Сам? Причем самоучка. Вот нормальный тренер, он выискивает таких мальчишек, выискивает по школам, собирает, и получается прекрасная футбольная команда. Спасибо большое, Русланчик. Пока-пока. Так, и посмотрим на вот эти чудеса. В августе, о нет, в сентябре, сейчас сентябрь.
Какое сегодня число? 5. 5 сентября, вот так вот цветет сирень. Представляешь? Ага. Это же надо. И розочки. А ведь я угадала. Просто красавчик. Русланчик, умничка. Так. Такие вот замечательнейшие дети здесь живут, изумительные, самоучки. Я не знаю, я считаю, что учитель физкультуры обязательно должен присматриваться к таким деткам, продвигать их. Это будущие чемпионы, это будущие чемпионы. Но это лично мое мнение. Я всегда обращаю внимание на талантливых ребят, на талантливых девчат. И мне всегда хочется, чтобы они увидели лучшую жизнь. Так что вот меня спрашивает судьба. Судьба у всех разная. Один вон талантливый, а его еще пока не заметили. Ну дай бог, чтобы его заметили. Но судьба может измениться в любой момент. Вот. И Иаков. Помните, он был хитрецом, обманщиком, жуликом, стал великим человеком Божьим. Смотрите Бытие, глава 32, стих с 22 по 28. Павел. А Павел был жестоким гонителем христиан. Об этом все знают, кто читал Библию. А стал великим апостолом. Смотрите Деяния, глава 7, стих 58. Никогда не поздно измениться и приступить к исполнению своего жизненного предназначения. Хорошо, когда тебе еще в этом поспешествуют и помогают, а не палки в колеса вставляют. Но все равно люди, которые вставляют палки в колеса, завистники, все, у них все это все равно выйдет не в одном, так в другом. Это уже просто теорема. Может оказаться так, что сначала должны измениться мы, а только потом изменятся все те неприятные обстоятельства. Прежде чем изменилась жизнь Якова и Павла, изменились они сами. Если вы недовольны своей жизнью, то прежде чем просить Бога изменить ее, знаете что? Попросите, просто попросите изменить вас. Всегда прошу Господа менять меня и направлять в правильном направлении. Вести меня в правильном направлении. Останавливать там, где совершенно не нужно лишний раз рвать душу, как говорится. Вот смотрите, у меня открываются еще и гвоздички. Класс. Надо здесь все поприводить в порядок. Позарастало. Немножко. Сейчас займусь. Знаете, когда изменения, мне казалось, происходят во мне медленно, я все равно не отчаивалась. Потому что медленно, но уверенно. Ну, например, я была очень эгоистичной. Очень эгоистичной. Но когда Бог открыл мне глубину моего эгоизма, показал, сколько проблем мне этот эгоизм создавал, я захотела измениться. Вот так. Эгоизм и своеволие, они умирают медленно. И гордыня тоже. А зачастую медленно и болезненно. И мне потребовалось очень много времени, чтобы это понять, чтобы разглядеть глубину своего эгоизма. Еще больше времени понадобилось на то, чтобы научиться оставаться радостной. Радостной. Радоваться. Вот они. Вот, ребятки мои, радостные. Пошли в радость. Радоваться. И нужно уметь сохранять вот хороший настрой, даже если что-то идет не по-вашему. Вот что-то идет не по-моему, а все равно стараюсь
оставаться в хорошем настроении. Знаете, чтобы не терять внутреннего мира, что мне пришлось делать? А мне просто пришлось приспосабливаться к людям и к обстоятельствам. То есть не людям ко мне, а мне к людям и к обстоятельствам, а не ждать, что люди будут приспосабливаться или обстоятельства будут подстраиваться под меня. Нет, вот посмотрите Римлянам, глава 12, стих 16. Я специально не зачитываю, а просто называю, чтобы вы почитали. Видите, у меня написано «штрафы». За грязь штрафы. За мат, мат. Мат – язык врага. Сатаны. И в этом местечке материться нельзя. Вот так вот. И все. И вот там вот видеосъемка ведется. Вот там камера. Ну, на самом деле у меня много камер. Для того, чтобы можно было контролировать и часть двора, кухню и так далее. Со всех сторон двор. Чтобы никто не смел сюда залезать. Через камеру так забавно смотреть, когда заглядывают к тебе чужие совершенно люди, это вообще думают, что их не видно, а их видно. Там через забор или еще где-то откуда-то. Просто забавно. Ну и, конечно же, самое важное, сохранять мир всегда лучше, нежели всегда пытаться добиться своего. Мир – это сокровище. И будет мудро ценить его высоко. Хотите ли вы мира настолько, чтобы пойти на все необходимые изменения в себе ради его обретения? Я имею в виду внутренний мир. Именно этот мир я имею в виду. Еще я поняла, что не так уж и важно всегда быть правой. Если я рискую потерять мир, доказывая свою правоту или выражая несогласие, то, наверное, даже не буду и начинать. Лучше поверить, что Бог докажет нашу правоту, если в этом действительно появится необходимость. А если нет, то и в этом случае предпочтительнее сохранить мир. Вот так вот. Вообще процесс обучения бесконечен. Я знаю это не понаслышке, поскольку я сама преподаю английский язык. И знаю, что язык сама я также продолжаю изучать. Не просто я его преподаю, но каждый день проявляется хоть одно, но новое английское слово. Это в плане техники. 100% информатика, IT и прочие инструментарий, который именно дает нам, каждый день рождает новые слова. Английские. И поэтому я четко знаю, что процесс обучения бесконечен. Мы чему-то учимся на протяжении всей жизни. Но мы можем и должны учиться следовать Божьим путям и развивать, конечно же, отношения с Богом. Я, например, по сей день узнаю что-то новое о том, как развивать отношения с Богом. Ну, думаю, что вы тоже. И это приятно. Приятно быть в духовном мире и благословении. Я люблю вас. Будьте благословены вы и ваши близкие. Пока-пока.